правду, особенно сьогоднішній момент, не передали. Але ми будемо в будь-який момент відстоювати нашу позицію, тому що ми праві. Дякую, Лера. Я хочу прокоментувати те, що, я думаю, тут відбувається. Ну, до цього суду нема зараз жодних претензій, тому що вони реально не отримали цю справу. Але чому вони не отримали цю справу? І зверніть, будь ласка, увагу, на коли вони хочуть судове засідання провести. 3 січня. Що таке 3 січня? Правильно. Люди сплять, люди відпустку, людям, в принципі, байдуже, що відбувається. Ну, взагалі в світі. Сьогодні ще світ слідкує. Сьогодні ще світ зацікавлений. Сьогодні ведучі газети світу реально висвітлюють ці події. А що буде 3 января? Да всі будуть спати. 3 января можна виносити то рішення, яке їм потрібно, яке потрібно власті, яке потрібно корумпірована ОПГ, яка заправляє Україну. Що можна було? Во-первых, подумайте самі. Ці люди говорили, що я агент ФСБ і государственный изменник. После этого, первый допрос, они только через 20 дней, почти 20 дней назначили. Потом, после этого допроса, оказалось, что на самом деле им ничего не нужно было, они хотели зразки моего голоса, всего лишь. Как будто трудно получить образец моего голоса вот сейчас. То есть, и следующий допрос они назначали еще через 2 недели. Если человек делает государственный переворот, его не допрашивают 3 раза в году. У них нет дела. У них есть просто дикое желание напугать всех остальных, которые в нашей борьбе участвуют. Напугать судью Цокол в первую очередь. Я хочу всех призвать. Пожалуйста, поддержите судью Цокол. Сейчас это важнее даже, чем поддержать меня. Ее сегодня хотят снять по этим обвинениям, начать процесс ее снятия. Если мы отдадим эту мужественную судью, у нас больше не будет надежды на справедливость в Украине. И поэтому сегодня, в первую очередь, они же хотят сначала судью Сокол снять, наказать, показать этим судьям, что мало им не покажется, а потом 3 января спокойно закончить свое черное дело. Отправить меня сначала под домашний арест, а потом начать экстрадицию незаконную, потому что постоянно жителя Украины нельзя экстрадировать в другую страну. А я постоянный житель Украины. И это по закону и по международному праву так. И это доказано документом, который у нас на руках. И поэтому они хотят, чтобы люди говорили не про их коррупцию, не про кумовство, не про их разводняки, не про их между собойчик и вещи. Они хотят, чтобы они говорили про выдуманные дела Саакашвили, там, других депутатов, Деревянко, там, других людей, которые посмели повысить свой голос. Вы прекрасно знаете, что в этом же зале никаких проблем не было у Насирова, у Розенблата, у прочих шушеры, которые ошиваются там вокруг этого ОПГ. Они приходили всегда спокойно, их суды проходили быстро, их быстро отпускают на все 4 стороны. А тут, и никто их судью не трогал, я хочу подчеркнуть. А тут судья нарушила все их правила, ее хотят уволить. То есть организованная преступная группировка, у которой есть свои судьи, свои прокуроры, свои выдуманные дела. И еще хочу сказать, вчера министр финансов Данилюк потребовал отставки Луценко. Я хочу сказать, что Данилюк, несмотря на то, что он участвует в правительстве, которое я не поддерживаю, порядочный человек. По заданию Луценко, против него и меня, а также Володи Федорина, а также Маши Гайдар, возбуждено другое уголовное дело. По центру имени великого грузинского реформатора Бендукидзе. По этому делу, значит, нас подозревают, что мы передавали информацию представителям других государств. Я просто хочу сказать, что это в лучших традициях 30-х годов прошлого века. Задача центра Бендукидзе является передача информации, распространение информации про экономику Украины по Украине и по всему миру.
Это прямая наша, была их задача, я не особо участвовал, я просто заснул, передавать информацию. И генеральный прокурор Луценко официально поручил, на бумаге это написали, это депутат Лещенко раскопал, собирать компромат, компрометирующие материалы. Я первый раз увидел, написано это на бумаге, компрометирующие материалы на меня, Данилюка, Гайдар. То есть, что такое компрометирующий материал? Это, например, камера в вашей спальне. Компрометирующий материал – это запись ваших телефонных разговоров с вашими любимыми, знакомыми и так далее. Компрометирующий материал – это ваша финансовая информация. Компрометирующий материал – это все, что может касаться личности. И эта прокуратура официально подтвердила, что они это собирают. В мире я не знаю прокуратуры, которая это подтвердила. Это не просто отсутствие юридического образования у генпрокурора, это отсутствие совести и вообще чести и достоинства. Не может прокуратура поручать следствию собирать компроматы личного характера на людей. Это написано на бумаге. И поэтому я хочу просто сказать, Данилюк прав. Он говорит, что Луценко сотрудничает с олигархами, что он участвует в коррупционных сделках, говорит министр финансов Украины. Сейчас надо или министр финансов сажать или прокурора отставлять. Я подозреваю, что Данилюк не врет. Потому что давно его знаю и знаю, что он порядочный человек. И реально все знают, что он никогда никаких взяток не брал. Чего нельзя сказать об остальном. Поэтому мне кажется, что мы сейчас перед грандиозными событиями в Украине. Я не хочу, чтобы в Украине нарушился мир. Меня два раза пытались развести на провокацию до последнего воскресенья, не получилось, это у Ньюзуана, второй раз, когда били окна у моего изолятора. Третий раз, к сожалению, частично вышло. Мы стали умнее, мы стали опытнее, мы стали мудрее. На провокации мы поддаваться больше не будем. Но борьба наша продолжается, дело наше правое. Я хочу просто призвать всех честных представителей власти. Во власти есть порядочные представители. Вчера два члена покинула фракцию БПП. Вчера министр Данилюк заговорил о коррупции Генеральной прокуратуры и потребовал отставки прокурора. Я хочу призвать всех людей, которых я считаю порядочными украинской власти. Там есть и министры порядочные, замминистры, есть депутаты среди БПП порядочные, есть однозначно. Я хочу призвать мэра Кличко занять свою официальную позицию, потому что помимо того, что он должен асфальт выкладывать и снег чистить, он тоже гражданин этой страны, я считаю его глубоко тоже порядочным человеком. Я хочу призвать всех лидеров мнений, я очень благодарен Виктору Чумакову, так, депутату Куприю и другим депутатам, которые тут у нас, депутату Афанасенко и так далее, представители самых разных фракций. В прошлый раз тут была Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко и все другие. Я всеми благодарен. И мы должны, и порядочные люди во власти, и порядочные люди в оппозиции. Просто сомкнуть наши ряды, чтобы не допускать в дальнейшем такого беспредела. Я очень надеюсь, что мой случай станет каким-то триггером для того, чтобы мы пошли все вперед. Я хочу сказать, позавчера мы провели опрос общественного, то есть не провели, нам принесли опрос общественного мнения. 47% украинцев хотят выйти на улицу. Понимаете, настолько это катастрофа? 47% украинцев зимой хотят выйти на улицу. Я не поверил глазам, когда это увидел. Они, почему мне принесли этот опрос? Потому что они опросили, что думают люди про обвинение Луценко в сторону меня. 7% верит этим обвинениям, 7%, а 53% вообще не верит. Остальные не знают. Вы представляете, 53%, когда активно не верит Генеральной прокуратуре, какой глубокой дыре в яме эта прокуратура и вообще государство и суды. 53% не верят, отметают полностью. Это опросы общественного мнения, очень авторитетно, по-моему, InMind или как-то называется, вы можете проверить, очень авторитетно обследование. И третье, когда они говорят, что Саакашвили, какой он политик, его никто... У меня рейтинг, как минимум, такой же, как у президента Порошенко, и даже в некоторых ракурсах больше.
Можете проверить, это все на сайтах лежит. Так что пусть он не говорит об отсутствии моего рейтинга. Я не состязаюсь ни с президентом, ни с кем. У нас своя программа. И рейтинг у него не самый большой. Но мы в активной украинской политике. И вы валите в политике, где мы говорим не просто о коррупции, мы предлагаем конструктивную программу изменения страны к лучшему. Вы думаете, что мне приятно бегать по допросам, общаться с нашими коллегами, ну, потому что они юристы, с прокурорами постоянно, вместо того, чтобы ездить на международные конференции, говорить о реформировании страны, говорить о изменениях в законах, говорить о снижении налогов, говорить о том, что повысить, как повысить пенсии за счет повышения бюджета, говорить о том, что как поменять таможенную систему и упразднить коррупцию, говорить о том, как полностью поменять ситуацию в сельском хозяйстве. У нас все, я бы хотел про это говорить, а сейчас просто я должен говорить про какого-то Курчика, которого глаза не видел и не знаю, кто это такой, про какого-то, про ФСБ, который мои враги, и кто больше всего хотел, чтобы меня сегодня засадили. Посмотрите пресс-конференцию Путина. Он слово Саакашвили упоминал много-много раз. Посмотрите, я вам не советую смотреть российский канал, но я посмотрел на досуге ночью. Они возмущаются, как этого Саакашвили до сих пор эти прокуроры не засадили. Браво, у вас хорошие фаны. У вас главный сейчас фанат Владимир Владимирович Путин, ВВП. Он говорит, почему, ребята, чего он еще бегает? Во всем каналам. Ну сколько можно, чтобы один человек убегал? То с крыши убегает, то с машины убегает, то с какой-то квартиры убегает, то из изолятора его выпускает. Сколько можно? Ребята, они стали вдруг такими фанами украинской власти. Просто диву даешься. Посмотри, скажите мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Владимир Владимирович Путин и все его каналы намного больше переживают за их успех, чем даже их карманные украинские каналы. Их местные депутаты. И я хочу сказать молодому прокурору, реально, я тоже был молодым юристом. Вы когда-то скажете, что вы судили Саакашвили, вам поддерживал Путин. Не очень хорошая страница, извините, при всем уважении биографии. Я вам не завидую. Я понимаю, что это задание. Но у каждого человека есть моральный выбор не выполнять грязных заданий, не быть в одной лодке злейшим врагом человечества Путина. Я же уже ничего не выдумываю. Включите его пресс-конференцию, включите хоть одну российскую передачу, и все станет ясно, про что мы говорим. Я главный враг Путина в постсоветском пространстве. Это еще раз подтвердилось. Все вопросы, которые против меня провели, множественную операцию, против меня, моей семьи, множество спецопераций ФСБ. И это, ну, их высочайшая спецоперация, когда меня обвиняют в агентстве ФСБ. Это высший пилотаж уже. И Путин думал, что все решено. Саакашвили упрячен в тюрьме, как российский агент. После того, как ФСБ пыталась меня, и вот реально ухитрилась меня выжать из Грузии, после того, как ФСБ разрушил наш Косточный институт, после того, как ФСБ работала против тех волонтеров, которых я привозил сражаться за Украину, и, наконец, высочайшую, как ФСБ, они меня сажают в украинскую тюрьму. Руками их местного филиала, местных агентиков СБУ и украинской власти. Помощью Медведчука, Ахметова и других посыпак России. Вот до чего мы докатились. Я хочу сказать, что для всех это моральный выбор, ребята и девчата. Для всех моральный выбор. Для меня моральный выбор сделан. Я в этой борьбе я не буду останавливаться. Но, уверяю вас, для вас тоже это моральный выбор. И я не хочу, чтобы кому-то потом было стыдно смотреть в глаза своим детям. Реально. Это дело пройдет. Это все, все понятно, всем понятно, о чем мы вообще говорим. Мне очень жалко, что Северян Дангадзе сейчас должен сидеть в тюрьме только потому, что они его там держат, чтобы заставить выбить из него фальшивые показания. Ну, вы верите, что 27-летний молодой парень мог единолично свергать государственную власть в Украине? Забудьте про все. Знаете, какое обвинение?
Некий 27-летний, некий, почему? Потому что большинство из вас не знал его. 27-летний молодой парень, Тангадзе, без меня, единолично, свергал государственную власть Украины. 2017 год Украина. Хорошее, умное обвинение, да? И человек сидит в обвинении просто потому, чтобы он сказал, я нет, не освергал, и Саакашвили помогал. Его будут держать там, пока он это не скажет. И это считаете справедливо? И это считаете, это есть справедливость, это есть честно? Я просто говорю о том, что знаю на поверхности. И поэтому мне кажется, что тут вопрос, я не знаю всех деталей, но то, что я послушал, и то, что написал Лариса Цокол. И дайте мне Лариса Цокол, факты эти выдержки. Я это зачитаю, я это закончу. Что она написала? Я хочу, чтобы вы просто знали, что она сказала про это дело. За что ее сейчас судят тоже? Клопотание прокурора в криминальном правоочленні прокурора відділу пріоритету доручень про застосування запобіжного захиду. Заключение, там, где она пишет. Вот она пишет. Вы помните, что они сказали, что меня люди... Вы помните, что они сказали, что депутатам надо привлечь к ответственности за то, что они меня освобождали? Тут Чумак и другие, которые, и Купри, которые меня освобождали, и Деревянко. Так вот, что написала судья? Саакашвили МН фактично не был затриманный особой. Они врали. Вот судья что сказала. Я не был задержан. Они врали. Они врали бессовестно. И они их прокурор угрожал депутатам. Их прокурор угрожал засадить Куприя, Деревянка, Свету Залищук. Всех остальных кто были? Они врали. Вот судебное решение. Я не был задержан. Вы врали. Вы врали обществу, вы врали бессовестно, и вы угрожали депутатам. И вы будете за это когда-то отвечать. За выполнение этого приказа. Вот решение судьи Сокол, где написано, что вы вруны. И за это ее сейчас наказывают. Вот. Или вы умеете читать по-украински. Или Луценко хотя бы читать умеет. Я уже не умею читать украинской мовой. Следующее. В тот же час... В протоколах допиту свідків Зайця і Вовка, та Вовка, від 28 жовтня 2017 року, останнє вказують на події, які ще не відбулись на момент надання їм показів. Ви слышите, що вони кажуть? Їх Зайця і Вовк утром показують. Вот видите, я обчелщик, вам не стыдно? Их Заяц и Вовк показывают утром, что будет вечером. Утром заявляются, говорят, сегодня вечером нам передали деньги. Решение суда, это не мои рассказы. Вы представляете, как система прогнила? Вы представляете, Порошенко, на каком вранье он держится? Порошенко это рассказывал всему миру. Порошенко вчера это рассказывал канадскому министру иностранных дел. Порошенко это рассказывал Гербаускауте, и он врал. И судья Цокол это сказал. Потому что Порошенко и волк, и заяц в одном упряжке врали. Протокол огляду в месте подеи Лубенского видела в Полтавской области было вылучено доказать, но мы чисто это. Где еще? На обґрунтованість підозри сторона обвинувачення надала протокол допиту свідки Войта, Вовка і Зайця. Ну і там про дуже багато. Ви можете це прочитати. Реально. Фальсифікація за фальсифікацією. Лож за ложью. Подтасовка за подтасовкою.
И вот это есть прокуратура выпуска 2017 года Луценко, и, к сожалению, это озвучивает президент Украины. Мне неприятно, так? Об этом говорить, но поэтому, когда меня везли на, когда меня депутаты освобождали, и в том числе люди руками освобождали, и эти, против этих людей возбуждены уголовные дела, знаете, что СБУ мне сказал? Я говорю, вы разодетый? Нет, мы вас охраняем. И при этом закручивали мне руки, хватали за волосы, порвали мне самую классную куртку, моя жена зашила, но не очень выглядит. И мы вас охраняем. Наша страна нас охраняет, руки выкручивают. Охраняют наручи. А эти говорят, надо его дома закрыть, потому что его ФСБ убьет. Агента ФСБ ценно убьет само ФСБ. Так вот, после этого минул мой прокурор. Я 2 недели хожу по улицам. За мной ходят волк, заяц, это понятно? Но я хожу. Я общался с десятками тысяч людей на улицах. Я выступаю на телеканалах. Ну какой-то бездарный ФСБ. Я заранее заявляю, где я буду. 2 недели меня не убили. А у них была справка, что меня убьют. У них всегда заранее есть справка, потому что когда убили Вороненкова, когда убили Шаповала недалеко отсюда, главу спецоперации, когда убили Махаури, когда убили Шеремета, когда убили Амину Акуеву, у них справки заранее не было. И у них сейчас нет информации, кто их убил. А по мне у них есть заранее справка, что ФСБ меня убьют. То есть заранее выдана справка, кто бы меня не убил, это будет ФСБ. Это запасной вариант, если этот суд меня не засадит, чтобы я дальше не ходил. Вы целая череда фальсификаций лжи. Власть держится, влада тримается на брехне и на фейках. Скільки можно годувати людей фейками и брехнем? Скільки можно брехати? Скільки можно принизувати великий український народ? Це не про мене. Це про великий український народ, який принижують. Тому я хочу вам, я хочу подякувати всім, хто прийшов. Особисто цим людям, в першу чергу, які були там на сходах, на вулиці. Наша боротьба триває і продовжується. Я хочу подякувати народним депутатам, я хочу подякувати меру Глухова, дружини. Дружини Мішель Терещенка, щоб ви знали, він відпустку, щоб його не звільнили. Я хочу подякувати представників місії Євросоюзу і представників посольства Сполучених Штатів, які спостерігують також за цим процесом. Є тут. Є тут. І я хочу подякувати вам всім, тому що ви зараз ви все знаєте, і це треба залишити для історії, знаєте. Нас не буде, а ця ганьба залишиться, як приклад того, як не можна робити речі, як не можна керувати країною, як не можна намагатися брехати, маніпулювати людьми. Тому я вам щиро вдячний, я сьогодні був готовий до будь-якого результату. Я, насправді, після цього декрету президента я очікував, що суд може мог би зламатись і мене заарештувати і то потім готувати екстрадицію. Ну, вони це відклали на день, коли це буде зробити більш так спокійно можна буде зробити. Тому що... А давайте поїдемо ще раз до суду. Давайте поїдемо. Доброго дня, шановні колеги, друзі та засоби масової інформації. Я хочу зробити деякі заяви з боку сторони захисту Михайла Саакашвілі. По-перше, ми хотіли би подякувати за таку позицію справедливу та стійкість судді Цокол. Ми як правники заявляли саме в той період, коли Михайла 5 та 8 числа незаконно викрадали та затримували, щоб судовий корпус не йшов на поводу влади і не приймав неправосудних рішень.
І ви бачите, що рішення на 16 сторінках, воно дуже справедливе, воно дуже виважене, воно дуже обґрунтоване. І ми впевнені, що 3 числа ми відстоюємо це рішення, відстоюємо честь та гідність судді ЦОКАВ. Але незважаючи на те, що сьогодні суд зробив перерву до 3 січня, в нас є ще деякі ризики дуже серйозні щодо можливого видворення Михайла Саакашвілі з України в незаконний спосіб та можливої екстрадиції. Ми хочемо заявити, що зараз влада намагається тиснути на суддів окружного суду міста Києва для того, щоб на слідуючому тижні, саме перед святами, вони в одне засідання розглянули саме наші позови щодо незаконних дій міграційної служби. І це їм дасть можливість прискорити, підкреслюю, незаконні процедури щодо примусового або, як вони кажуть, добровільного видворення. А що саме головне, є ризики щодо незаконної прокуратури міста Києва завершує так звану екстрадиційну перевірку. І вона повинна завершитись саме перед святами 30 та 31 грудня. І, скоріш всього, вони планують винести рішення про екстрадицію. Ми готуємось до цього. Ми позавчора подали від Михайла Саакашвілі новий позов до Міністерства юстиції та до прокуратури та хочемо заблокувати цей процес. І в нас є дуже серйозні підстави. По-перше, в 2014 та 2015 році Україна особі державних органів Генеральної прокуратури вже прийняла рішення та відмовила Грузії щодо екстрадиції Михайла. І сьогодні третій раз вона просто не має законних підстав знову приймати клопотання від грузинської сторони і призначати якусь там нібито екстрадиційну перевірку. Тому ми просимо все суспільство звернути на це увагу. І ми повністю покладаємо відповідальність за можливе незаконне екстрадування та видворення Михайла на владу України. Я хочу сказати, що зараз якраз, я просто хотів додати, розглядається в Вищій раді юстиції справа про суддю ЦОКАВ. Я хочу суспільство закликати його підтримати, тому що, наприклад, що вона це писала? Крім того, згідно КК України, організовану групу становлять 3 більше особ, той час, як з міста повідомлює при підозру, спряжені злочинці, злочинні організації підозрюються лише 2 особи. Саакашвілі і Тангадзе. Тобто, представляєте, що вони сказали, що це була злочинна група. По украинскому закону злочинную группу 3 человека, третьего потеряли. 2 человека, вот это реально двоечник. 2 человека у них, одного не могут найти. То есть одного, ну кого-то надо назвать. Нету третьего. Нет, не, вот уже 2 месяца не могут найти или 3. Реально. То есть вот это есть лицо Луценко. Поэтому Луценко не надо, наверное, за многое, но просто примите у него юридический экзамен, спросите хоть что-то. Хоть что-то. То, что человек сидел, это не означает, что у него есть юридическая квалификация. Вот и вся история. Я говорю как выпускник нескольких юридических школ, включая. И последнее. Сегодня день украинского дипломата. Дипломатия, я выпустил украинской школы украинской дипломатии. Дипломатичностью я не отличаюсь. Мы вместе с Порошенко выпускники школы украинской дипломатии. Поэтому я хочу поздравить всех других выпускников украинской школы дипломатии. Я хочу сказать, что у нас все выйдет. Прорвемся, не будем дальше позориться. Этот процесс и так очень обозорил Украину. Хватит, досить. Треба нам... Досить бомбити Україну, соромити Україну. Але вони соромять самі собі. Вони не соромять країну. Україна, вона дуже стоїть і рухається. Я в цьому абсолютно переконаний. Дякую ще раз. Але це правда, що ви подали документи на отримання громадянського недавно? Ні, я хочу відповісти на це. Що ви не сумнували? Весь цей час, і ще раз говорю, весь цей час у мене була важливість виїхати до Нідерланд. Без проблем. Тому не надо, они это сообщение бульварной прессы никакого значения не имеют, потому что
тут стоит моя жена, которая, начиная с того момента, как я переехал с Шегини, любой момент могла вместе со мной выехать и в Нидерланды, и в Польшу, и в Литву. Я хочу просто, чтобы вы понимали. Лидеры очень многих соседей Украины, Турции, Литвы и лидеры политики, ведущие и должностные лица, Польши, Венгрии, это мои личные, близкие друзья и соратники. Поэтому, чтобы эта история, что они же говорят, Саакашу, некуда деться. Я тут не потому, что мне некуда деться. Я тут потому, что я сражаюсь. А эти ребята меня заберут в любой момент, как только я должен намекну, что я это хочу сделать. Спасибо большое. До свидания.